Всем доброе утро. Я готовлю себе завтрак. У меня будет необычный. В инстаграме подглядела. В общем, он будет состоять из яиц, лаваша, шпинат, сырок. И положу туда вот такой вот хамон немного. Для начала разогреваем сковородку и выливаем туда нашу яичницу. Предварительно посоленую. Сначала надо разогреть нормально. Или не надо нормально разогреть. Так, в общем, вот так выливаем. Она еще холодная. Ну, подогреется. Вот. И пускай она подогревается. Когда яичница вот так поджарилась, сверху кладем лаваш и переворачиваем все это дело. Пытаемся перевернуть. Переворачиваем. Ага, и лаваш весь остается здесь, но это не была идея. Это было вот так должно быть. Вот. Вот так да. И сюда теперь складываем шпината немного, сырка, так, и хамончик вот так. И теперь все это вот делаем из нее как бы шаурму. Шаурму. Так, заворачиваем, заворачиваем. И вот так, чтобы оно у нас доходило. И я его слепила из того, что было. Как-то так. Не все прошло удачно, но получилось. Наверное. Должно быть вкусно. Хамон уже нафиг весь засох. В общем, кушаем. Идем гулять с Чарли. Приехала в свой парк. Я что-то сидела дома, думаю, куда идти пойти гулять. И подумала, что я давно не была в этом парке. Папа! Чарли тоже очень здесь нравится. И вы знаете, такая погода обманчивая. Я вышла на улицу, на балкон, ну, чтобы узнать, что за погода. И мне показалось, что даже тепло, у нас ветра нет. Думаю, жилетку вот эту вот оставлю в машине. А сейчас вышла здесь, там пляж у нас в 100 метрах. И прям ветер такой ледяной. И хорошо, что это взяла эту жилетку. Вот. У меня все равно какая-то, знаете, я встала такая, думаю, ух, сил море, сейчас в горы сверну. А потом так раз, чувствую, что тело так, думаю, нифига, я горы сегодня сворачивать не пойду. Завтра сверну. Вот, какая-то все равно слабость присутствует. А еще я кинулась, я, знаете, каждое воскресенье у меня есть такой бокс для таблеток на каждый день. Вот, и я хотела разложить свои таблетки. Ну, я, вы знаете, я там от давления пью, от щитовидки немножко, от витамины. Вот, и у меня нет, оказывается, от давления таблеток. Кинулась за карточкой. Вот, медицинской. Она такая пластиковая. А у меня ее тоже нету. И, по-моему, она у мужа. Потому что я его посылаю за таблетками постоянно. Она у него, как он там мимо проезжает. И надо вот спросить, у него ли она. Может быть, и нифига не в него. Так что за таблеточками надо съездить. И вот такие вот у нас дела. Такая вот тачка вон выше.
опять вышел. Не, ну посмотрите, я по парку иду, а он там. Ну и что ты вышел? Ну не, ну вы видали? Чарли парк любит. Охеренно любит, что он выходит из него. А, вот, зашел. В общем, сейчас, как всегда, пройдусь. А потом, наверное, пойдем рыбку кушать. Уже давно не ездили никуда пиво пить. И вчера спрашиваю, говорю, ну что, говорю, завтра меня рыбкой-то угостишь? Вроде бы согласился. Вот, может быть, сестрам позвоним насчет завтрашнего дня. Мы кое-куда, вернее, они, я вам говорила, что они на Тенерифе едут. Летят, скорее всего, они едут. Вот. У одной сестры живет там дочка на Тенерифе. Ой, мы каждый раз собираемся тоже туда, собираемся на Канарские острова. Вот представляете, все есть, квартиры есть, билеты дешевые, там за полтинник можно туда-обратно скупить. С Чарли можно, потому что у племянницы собака есть тоже, вот, Йорсай. И с Чарли, ну, с ним типа дружит. Но пинка не хватает под задницу дать вот так, чтобы езжайте. И племянница постоянно там, она даже уже не говорит, потому что смысл говорить, что так, можно ехать. Ну, не едем. И вот сестры, у нее день рождения 24 ноября. И мама едет поздравить дочку, делать сюрприз ей. Что типа она ей сказала, что не приедет, а сама типа, здрасте, мы тут. И мы их повезем завтра в Малагу, в аэропорт. Вот. Ну, пошляемся, там как раз у них вылет в 12:30. И где-то часов 10 они говорят, выйдем, позавтракаем там где-нибудь. Вот. И мы их отправим, и потом где-нибудь сами погуляем. Шопинг, наверное, не буду устраивать, потому что через пару недель у нас будет черная пятница. Скидки большие, поэтому смысла переплачивать я не вижу. Да, в принципе, мне ничего и не надо. Даже делать не... Хотя есть один свитерок, который я приглядела уже пару недель назад, и я его хочу. Он недорогой, поэтому, может быть, я даже живу в понедельник, но не в Малаге. В общем, подписывайтесь и будете в курсе событий. У нас там так красиво. У нас вот там горы, горнолыжные курорты, Сьерра-Невада. Вот. Но оно с той стороны, не с этой, а с этой стороны Альпухара, а с той стороны Сьерра-Невада. Надо в этом году съездить. Я, по-моему, вас ни разу туда не возила. По-моему, нет. Каждый раз собираюсь и ни разу не еду в снега. Но надо съездить обязательно. В общем, мы пойдем гулять. Картошка. Середина ноября. Скоро зацветет. Я куда-то вышла на новые просторы. Я знаю, что там пляж. Но вышла на какие-то новую тропу, поэтому мне нравится все новое. Идем. Да, Чарли? Тебе нравится? Ой, ему нравится. Пришла домой, но у меня постиралась машинка. Что-то у меня вчера, знаете, шторка упала. Вот эта шторка, которая... Что тут случилось? Свалилась ночью. Представляете? От ветра или что? В общем, не знаю. Пойду вешать белье, чтобы высохло. На следующей неделе дождь передают. Уже как-то пасмурно. В общем, погода осенняя. Поэтому, чтобы все сегодня высохло, у меня там спортивная одежда, вот что главное. А все остальное ерунда. Но все равно надо, чтобы все высохло. Смотрите, какая-то туча надвигается. А мы приехали, как всегда, в бар, в который всегда мы приезжаем рыбку кушать.
сюда, а там такая туча. Я в спортивной одежде как была, так и приехала. Здесь всем пофигу, в чем ты одета. Наша первая этапа — жареные креветки и безалкогольное пиво. Всем приятного аппетита. А это еще одна, смотрите, камбала жареная такая, маленькие, хрустящие. Ясминожки. Купила два тортика, сейчас будем чай пить. Сейчас открою, вам покажу. Вкусняшки, наверное. Конечно, блин, палец обрезать можно, а разрезать нет. Не, ну вы посмотрите. Вот. Это Red Velvet и какой-то шоколадный. Вкусняцкий, наверное, пахнет вкусно. Так давно хотела тортик какой-нибудь вот такой вот, чтобы он был пропитанный, вкусный. А чайник уже, кстати, вскипел. Завариваю чай. Сегодня не хочу закрывать жалюзи. Смотрите, у нас дай на небе тучи. Там прям вообще черное. Смотрю на окна, они такие грязнущие. Но каждый раз, как я только хочу вымыть окна, обещают дождь. А я не люблю закрытые окна. Я люблю много света, чтобы было. Поэтому мыть их перед дождем, ну, как-то не вижу особого смысла. Но помыть надо. Вообще вот тут прям черная-черная туча. А там вот так хорошо. Вроде бы как передавали. Там, ой, а там вообще, смотрите, какой страсти. Кстати, не холодно. Нормально так. Розовый закат. Соседи. Всегда на страже порядка. Они у нас всегда соседи. Вот эти в курсе всех событий. Знают, кто здесь, кто где припарковался. Кто хороший сосед, кто плохой. У него вот там вот гараж внизу. И вот он постоянно вот так на улице, на страже порядка. Ой, смотрите, какие тучи классные. В общем, вот тучки вам показала. Пойду что-нибудь слопаю. Мандаринку, наверное. А что? Пора. Время 6. Можно и мандаринку слопать. Сериал смотрю. «Отчим» называется. Блин, так понравился. Это сериал о послевоенного времени. В общем, шикардосный. Советую. Такой советский фильм, скажем так. Очень интересный. Блин, я так люблю дождик, тучи. На этой неделе передают дожди. Вот хоть бы. Только не в пятницу и субботу, конечно. А так. Вышла на улицу. Мне так Чарли стало жалко. Он ходит туда-сюда, туда-сюда. Смотрит таким на меня видом. Думаю, ладно, пойду его прогуляю. Думала, на улице никого нет, а тут полно народу. Машины ездят. Дети играют на площадке. Вот иди, пожалуйста. На улице уже темно, 8 часов. Думала, уже все дома сидят, как говорится. Нифига, машины туда-сюда ездят. Чарли, бенаки, аки. Чарли. Аки, видите? Хотя у нас такой район спокойный. Смотрите, что творится. Так что вот так вот. А я прям в таких домашних штанах. И нормально. Сейчас прогуляюсь с ним. И пойдем домой уже отдыхать, спать. Завтра, оказывается, нам сестра позвонила, сказала в 9 часов за ними заехать. Я не знаю, зачем так рано. Ну, типа, позавтракать, там машину заправить, ля-ля, тополя. Ну, мне пофигу, мы их отвезем в аэропорт. Пускай там сидят 3 часа. Вот. Так что, такие вот у нас планы. Подписывайтесь, не забывайте. И оставляйте свои комментарии. Да, Чарли? Буду с вами прощаться до завтра. У меня большой брат по телеку начинается. Так что и потом уходим в спячку. Не забывайте подписываться. Завтра будет интересно. Всего вам самого лучшего и всем пока-пока!